Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, турнир закончился. Лига мастеров, ребята, 3 звезды. Все у нас хорошо. Так, сюрикены, Рахзар, 50 ДНК, 90 золотых осколков и 75 платиновых. В общем, все у нас получилось хорошо, и мы с тобой оставили право на то, чтобы получить высшую награду. Хотя, друзья мои, я совсем забыл, что у нас же было какое там 73-я, по-моему, да, позиция. И я говорил, что сегодня с утра попробую добить первое место. Слава богу, нас не скинули, и на самом деле я забыл зайти в игру. Только сейчас посмотрел на часы. В данный момент 3 часа 17 минут на моих часах. Так что 17 минут назад только произошел откат. Так что еще не все потеряно. Ну что, наверное, мы это все будем с тобой потом смотреть, да? Пойдем сразу на арену, не будем терять наши драгоценные минуты. Так, ну что, ребята, мутагеноид на этой неделе разыгрывается, а по испытаниям у нас мания Майки. Это для всех, кто хочет собрать Микеланджело всех видов. Как раз это событие будет для него полезным. Городская война, тени на солнце. Но я тебе скажу, что здесь неплохой фарм идет именно кунаичи, алапекс, шинигами и морозильной кошки. Да, помню это событие, ребята. Ну, проходить я их не буду. Единственное, что мне нужно будет ради креста, ой, ради жетонов, да. Ладно, а сейчас у нас турнирочка. Как всегда, по традиции, ребята, понедельник. Сразу шпарим. Смотри-ка, что-то я не вижу. О, 11-11 было. Поехали. Так, 17 уровни, тут Ванька, Майки плюс Хан. Сейчас мы их быстренько раздеребаним. Как говорится, шемин там. Даже пикнуть не успеют. Поехали. На тебе. Бросим баллончик туда. Лучше бы, конечно, Донателло бомбил бы. Он бы мог бы всех сразу бы одним своим ударом из посоха завалить. Плюс повесить по степенку, если бы кто-то остался в живых. Ну, что сделано, то сделано. Так, двигаемся дальше. Сразу же на воин. 2 звезды. Четенько. 55-я позиция. И 11-12. Конечно же, друзья мои, 11-12. То, что нужно для нас. Раз, два, три. Погнали. Ну-ка. Масуха есть? Масухи нету. Бэм. Чего? Алло, Эйприл, ты что-то... Ударила она и Рокстеди не упал? Разница, ты извини меня. 17 уровень. И 50-й. 54-й даже. Чувствуешь? Противовес какой. И Рокстеди не упал. Да. Ну что, воин 3 звезды, ребята, 68-я позиция. Двигаемся дальше. Нет, давайте ко мне уже чем-то там 12-13. Хм. Вопрос интересный. А дадут ли они мне? 11-12 это понятно, это по стандарту. Вот. Нашел, ребят. 12-13. Есть такое дело. Так что давай-ка мы с тобой попробуем сейчас. Раз, два, три, четыре. Погнали. Тут у нас и Пит, и Рокул, и Рокстеди, и Бибоп. Вся команда. Так, ну что, в первую очередь, естественно, разбираем с тобой Кирби. Теперь Бакстера. Дальше идет Крис Брэдфорд. И, конечно же, Рафаэльчик. Рафаэль фильм. Бам. Все. Все, друзья мои. По-другому и быть не могло. Ну что же, двигаемся дальше. Так, элита, 1 звезда. 12-14. Окей. Мне нравится, как они сами меня продвигают здесь. Раз, два, три, четыре. Но уровень, ребята, уровень потихоньку у них растет. Уже 28-й. Еще как бы слабенькие они для нас, но 28-й. Прогрессия налицо. Бомбим лучом. Вау, вау, Лео, Лео, куда ты? Куда ты, ё-моё, лежать, болтаться? А то нифига себе он выжил. Еще хотел, наверное, мочкануть вертушку. Ну, думал об этом наверняка. Так, ну что, ребята, элита 2 звезды, 71-я позиция, уже хорошо. Давай-ка сразу до 3 позиций дойдем, 13-15. То, что доктор прописал.
Раз, два, три, четыре, пять. Два Кейси Джонса в одной пачке. Удивительно. Так, ну что же. А Масуха есть у кого-нибудь? Так, давай тогда Пита, наверное, начнешь бомбить. О, неплохо. Теперь еще, наверное, вот так. Ой, что ты делаешь? Какой хил. Да, ну давай лучом, Крэнк. Хотя бы ты не подведи меня. Ух, как бомбанул, круто. Не, ребята, Крэнга потом обязательно прокачивать будем. Мне кажется, у него этот суперудар будет вообще имба. Жалко, конечно, никаких он негативов не вешает после этого, но все-таки. Так, элита, как ты видишь, 3 звезды, 73-я позиция, поэтому погнали. 13-15, а дадите мне 13-16. Ну, пожалуйста, ну дайте мне 13-16. Нет, не дадут. Че-то не дают, ребят. 13-15 и все, выше планочку не хотят поднимать. Вопрос, почему? Слишком быстро я иду? Я бы не сказал, бы иду вроде бы как обычно. Не, не хотят, ребят, давать. Ну что, придется соглашаться, что я могу сделать? И так уже много прорулил. Так, 32-я позиция у наших противников. Точнее, не позиция, а уровень. 32-й, 33-й, 34-й. Но у нас по-прежнему наши полтинники. Давай-ка попробуем. Я лучше дебаф, наверное, сделаю. Лучше я сделаю дебаф. Сразу же, наверное, Лео все-таки берем отсюда. Так как он хиллер. Бросим гранату в Хана. Но упал почему-то Лео. Тише. Готовы. Ну, ты сам понимаешь, да? Все хорошо, все отлично. Погнали дальше. Интересно, перейдем сразу, чтобы в следующую лигу или нет? Да, мы уже в самураях. Прикинь, мы уже в самураях, а только начали играть. Ну вот, совсем другое дело. 13-16. Уровни, я смотрю, 35-37. Раз, два, три, четыре. Пять. Поехали. С нами Кирби, с нами сила. Значит, мы непобедимы. Погнали. Тюф. Слабенько так, белочки. За орешком, вперед. Тыщ, ничего себе. Слушай, Майки, а может быть у тебя даже этот массовый удар очень даже неплохо, если прокачать его. Так, 19-я позиция, окей. 14-17. Вот это меня устраивает. Раз, два, три. 4-5. Ну, естественно, в этой пачке будет ходить первым Рафаэль. Ролевик. Черепундели своим раскидывать. Пумс. Угу. Теперь балбесов вызываем. И добиваем, наверное, бомбочкой. Вот и все. Все очень быстро и эффективно. Сейчас посмотрим, мы, наверное, перейдем уже в следующую, скорее всего, лигу. Ну, конечно, самурай 2 звезды и место у нас 54-е. Кстати, у нас откатов вообще нету. Так, 14-18. Раз, два, три, четыре, пять. Почему откатов нету? А, ну правильно, я же не делал ни ежедневки и рекламу не смотрел. Ну, рекламу я уже буду, естественно, в конце. Когда закончим серию, я уже посмотрю, чтобы 10 откатов у нас лежало при себе. В дальнейшем не пригодятся. Ну, сейчас видишь, в чем дело. Сейчас на работу выхожу. И, ребята, будет поменьше видосиков, конечно же. Поменьше видосиков. Ну, я думаю, у вас там есть что смотреть. На канале 6000 видео. Поэтому, ребят, уж извините, на любой вкус и цвет, что хотите, можете посмотреть. До следующего моего выхода видосика. Поехали. Тынь-тынь-тыч. Готовы. Так, ну что же, погнали дальше. Интересно, мы сейчас сможем с тобой перейти в следующий ранг или нет? О, да. Самурай 3 звездочки, 88-я позиция. Здесь, конечно, уже придется два разика сыграть, чтобы нам перейти в следующий ранг. Ну да ничего страшного. И, кстати, смотри, как сокращается, ребят. Разрыв. У нас 55-й уровень, у них 45-й. То есть 10 уровней
Быстро они меня, конечно, догнали. Окей. Ну давай сделаем так. Масуку. Нормально. Врезал так им. Тынь-тынь-тынь. Упадет. Упал. Крис упал. Так, Лео, жги. Слабый, слабый какой-то у тебя удар. Вот эта массовая атака, но очень слабая. Ты посмотри, что вытворяет. Так, и остается Майки. Так, а по нему еще попади. У него уклонение, ребята. На всякий случай хильнусь. Он тоже хиляется. Ну, жук, а. Бафаемся. Попробуй-ка, Майки, подбить своего Майки. Ага, и добивка, надеюсь, есть. Да, вот так вот, ребята, Микеланджело, если вешает на себя уклонение, это начинается прям проблема какая-то. Так, 29-я позиция, да? А дадите мне, например, там, 15-19 или... Вот. 48-е уровни. Раз, два, три, четыре, пять. 48-е, а у нас 58-е. Уже чуть меньше 10 уровней разница, ребята, уже опасно. Допустим. Так, теперь осколки. Давай, Кунаичи, не подведи. Так, ну двое упало. И кофемашина от Донателло. Ну, уже, ребята, уже напряжно начинается. Ты видишь, да? Приходится практически всеми ходить, чтобы с горем пополам тут разобраться с вражеской командой. А вот и сёгуны. Сёгуны собственной персоной. Так, давай-ка попробуем получить 15-20. Если вообще такое возможно. Было, было, ребят. Во, есть. Есть такое дело. Так, ну что, 58-й, 50. Ну, я возьму здесь на всякий случай все-таки уже перестраху. Слушай, а у нас уже мало осталось бойцов, я тебе скажу. Давай Армагона возьмем. Мало бойцов. То есть тут, получается, мы уже практически на пределе. Странно как-то. Ладно. Ну, буст идет хорошо. Понимаешь? Буст идет хорошо, но в плане того, что мы с тобой ни разу здесь не проиграли, никого не сфейлили, это раз. А во-вторых, мы очень быстро продвигаемся. Но почему у нас так мало бойцов, и мы еще... Хм. Так, ладно, все, но мы с тобой сейчас попадем после вот этого поединка. Так, давай-ка мне 15-20, не надо тут врубать дурачка. Раз, два, три, четыре. И заберем мы туда, наверное, Бакстера. Баксер Стокман, ну, в принципе, да, своей волной он их всех там добьет. Давай, поехали. Ну, надо же, Майк еще и выжил. Хм. Ну, это так, побочка небольшая была. Ну что, побежали тогда дальше? Переходим с тобой в Сёгун 2 звезды. Позиция 70-я. Так, давай-ка уже, наверное, 15-21. О, 16-21, отлично. Раз, два, три, четыре, пять. Погнали. Ну что, делаем вертушку. И добиваем этих хохломонов, двух оставшихся. Все прекрасно, все хорошо. Идем как по маслу, ребята. Двадцатая, да? 23-я. Ну, в общем, Сёгун 3 звезды сейчас будет после этого поединка. 16-21. Раз, два, три, четыре. И тут можно взять, в принципе, ну, Ваньку можно взять. Можно взять Супер Шреддера. Тут уже, в принципе, без разницы, кого брать. Все равно им уже нас не одолеть.
Макмен Горбун. Погнали. Окей. Так, плюс зарядим паутинку от паукса. И добивка из гранатомета. Вообще на изи. Так, сейчас мы, по идее, должны перейти на следующий ранг. Это именно Сёгуны 3 звезды получается. И место у нас 76-й. То есть, ну, опять же, два поединка нужно сделать, чтобы перейти в Лигу Мастеров. Так, а давай попробуем найти что-нибудь покруче. Например, 16-22. Да, я тоже так подумал, наверное, еще рановато. Но мало ли, вдруг как-то просквозит. Нет, не хотят, ладно, фиг с ним. Возьму Усаги здесь. А, так тут уже все, ребят. Тут уже шапочный разбор пошел. Кстати, у меня откатов-то нету. Придется мне смотреть тогда сейчас. Потому что нам надо будет отыграть бойцов. Откатов нету, да. Окей. Так, минус Донни и минус Бибоп. Ну, тут нормально все вышло. Так что продвигаемся дальше. Сейчас посмотрим. Ну, наверное, где-то 20-е, там 30-е, вот такая вот будет позиция. И у нас еще остается, ну, два последних поединка, по идее. Ну, давайте что-нибудь там. Вот, 16-22 было. Было, друзья мои, так что можно искать. Если ролить, то можно вытащить. Но это, наверное, будет очень-очень долго. Да, скорее всего. Так, ну что, сегодня еще, наверное, будем в олухов играть, скорее всего, ребят. Так, раз, два, три, четыре, пять. Ну и вот, как я тебе и говорил, двое остаются, поэтому придется нам еще посмотреть. А, можно даже не посмотреть. Можно просто сделать ежедневные задания, и все будет окей. Да, так будет, наверное, поинтереснее. Тыч. Ну, посмотрим. Давай, 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 погружай. О, да, друзья мои, Лига Мастеров. Одна звезда. Вот что называется хороший буст. Если ты попал в Лигу Мастеров, то все, ребят. Считай топчик. Раз, два, три. Считай, буст удался. Понимаешь, знаешь, чем я? Если буст не удается, ты не попадешь в Лигу Мастеров. Максимум до Сёгунов доберешься. Три звезды, это в лучшем случае. Угу. Так, смотри-ка, выпендриваются. Так, Лео, я надеюсь, ты, если что, хильнешь команду? Давай, будь добр. А ты мелкий, да? На тебе. Кастетом. Ты бич. Ну, здесь Шреддер классический, так что с ним никаких вообще проблем не будет. Сейчас быстренько его моментально разберем. Давай, давай, выползай сюда. Супостат, ты такой. Сразу Ваньку, почему-то Ваньку ему надо было бомбануть. Ну-ка, Армагоша, разберись-ка с ним. Фух. И добивка. Вот и все. Вот и все. Быстро. Самое главное, что быстро. Так, ладно, мы с собой это прошли. Сейчас пойдем искать нужные элементы для наших, для нашего бойца, а именно для Крысиного короля. Где он? Вот он. Смотрим. Значит, нам нужно 4 наушника вот этих вот найти. Раз. Два. Три. Четыре. Наушники найдены. Так, дальше. 8 пультов управления. Ну, для телевизора, естественно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И последний. 8. Так, друзья, прокачиваем до 3-й ступени.
Превосходящий разум. Так, нам нужно будет потом найти с тобой силовые ячейки крэнков, 10 ящиков с инструментами и 4 джойстика. Окей. Так, а у нас сколько мутагена? Мало, мало у нас мутагена, поэтому левел придется поднять кому-нибудь из, ну, например, вот здесь. Все, забираем все награды. И вот у нас как раз появляются откатики, которые нам нужны для того, чтобы провести последний поединок на арене. Так, 16-22. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Ну что, стоите тут. В майке, как всегда, ну... Вот еще раз говорю, ребята, вот слаб он по физухе. Уклонение, да, он делает мощные. А вот именно по физухе, ну слабак слабаком. Давай-ка сплинтер накажем. И бибопчика. На. Такая стопа у него тут, я манал. Ну, посмотрим, ребята, итог. Какое место мы займем. Ну, я думаю, где-то 60-е. О, 46-е. То есть, прикинь, если бы у меня было бы еще немножко бойцов, мы могли бы с тобой в Лигу Мастеров две звезды выбраться. Причем в легкую. Так, ну, вроде бы как все. Единственное, что я вот думаю, может быть... Давай я, наверное, это все-таки за кадром, ребята, пройду это все. Или как? Или пройти сейчас? Ну, погнали. С этой командой, я думаю, что мы пройдем. Тут, смотри, тут и Ванька. Тут у нас и Крэнк, и Бакстер Стокман. Ну, они тут только втроем чего стоят. Плюс еще тут немножко Зэк подбодрит, практически до конца пройдет. Нормально. Так, сегодня что? Сегодня, ребят, записывал трехчасовую серию Shostwear Tokyo. Не могу сказать, что она и выйдет именно сегодня, потому что она будет рендериться 12 часов, так как у меня же все-таки в 2К идет. И плюс еще она будет на YouTube выкладываться, наверное, не меньше, блин, 3-4 дней, это точно тебе говорю. Так что, но в ближайшее время, например, сегодня или завтра выйдет серия, которая уже до этого там залита. Так что можете заходить и смотреть. Также обязательно сегодня попробую снять серию мутацию. Я чувствую, что уже финал близок. Единственное, что да, финал близок и работа тоже близка. Как мы будем все это совмещать? В отпуске-то понятно, можно и этим каналом заниматься, и тем. А сейчас придется, наверное, все-таки акцент делать на наш вот этот основной канал, а там уже по возможности, на длинном выходном. Понимаешь, да, к чему я говорю? То есть, когда много времени есть. Ну, ты понимаешь, что 20 уровень, ребята, мы, естественно, с ними очень быстренько здесь разбираемся. В принципе, сегодня, если мы пройдем эту, все вот это событие, можем потом в следующей, например, серии спокойно с тобой фармить. Ну, пытаться фармить жетоны. Так что, после черепашек, естественно, я попробую поиграть в Волухов. ХКР-ка вторая сегодня, скорее всего, будет у нас. Плюс, естественно, Юрский парк. Ну, вроде бы пока больше планов нету. Ну, как я уже говорил, еще это мутация для второго канала. Все. И, да, ребят, наверное, все-таки мне придется перейти на другую партнерку, потому что нынешняя партнерка, на которой я сижу, отказалась выплачивать мне деньги. Вот так вот, вот такой вот исход выходит. Просто взяла и сказала: ваши банки заблокированы в России у нас, так что извините. Все. Так что я уже связался с другими медиа-сетями. Естественно, ребята, они ничего против не имеют перехода. Единственное, что надо будет согласовать с ними некоторые нюансы, и все. Этот нюанс, сам понимаешь, не такой быстрый, что взял в один день и вышел. Еще, возможно, как бы там пакости каких-нибудь не наделали. В общем, не знаю, ребят, посмотрим, что там будет происходить, как это все дело пойдет. Если они передумают условия и
возобновят мне выплаты, то, конечно, я никуда переходить не буду, потому что в этой партнерке, извините меня, я 7 лет. Вот так вот. И она меня, в принципе, всем устраивает. Пока вот эти события всякие тут не начались. Так, ну что, Донни падает. Все, ребят, здесь разобрались и переходим с тобой на следующий поединок. В принципе, проходит все это быстро, как ты видишь. Без каких-либо там проблем. Ну, 4 еще поединка, прикинь. Так, 55-й. То есть я просто краем глаза смотрю. Если у меня Зек и Рахзар еще выдержат, то, естественно, их из команды убирать не стоит. Пока в данный момент они 80 уровня. То есть, прикидываем, следующая волна будет у нас. Следующий поединок, это будет 60-й, получается, дальше 70-й и 80-й. То есть последний это уже будет как бы на пределе. Но и то, я думаю, что там можно даже не убирать Рахзара и Зека. В общем, посмотрим. Если 80 уровень, да, мы их оставляем. Если же 90, то, конечно, берем. Да, хотя 90 по событиям, по-моему, всего лишь в двух есть, где 90 уровень присутствует. А в остальных все 80, 70 и вот так далее. А почему вы не стали Лео бомбить? Вот скажите мне, ребята, а? Вот почему вы бьете вот Сплинтера? Почему Леонардо вы отказались бить? Ведь он как бы самый сильный здесь из этой всей команды. Но нет, они почему-то именно разобрали всех. Начинает именно с боковых почему-то, я вот заметил. С боковых воинов, а потом начинает уже ближе-ближе к серединке идти. Так, Эйприл Кунаичи, дальше у нас идет Алапекс. Ну, я имею в виду ДНК на Алапекс, так что уровень какой? 60-й. Ну да, значит, я, получается, был прав. 60-й, следующий будет 70-й, и последний будет на 80-м уровне противников. Окей, единственное, что пофармить у меня ничего не получится, потому что мы весь сыр сейчас с тобой в данный момент просто потратим на проходку. Так, еще Юрский парк сегодня. Ух, там, я не знаю, ребят, что у нас получится. Сегодня должна, по идее, в драконы, всадники, олуха, кузница прокачаться. Так что это уже будет хорошая новость. Кузница прокачается, потом мы, по-моему, сможем прокачивать дальше домики наши, да, улучшать. Плюс, естественно, сможем прокачивать наших дальше драконов. Но, опять же, проблема в ресурсах, опять же, проблема в железе. Как всегда, будем искать выходы какие-нибудь. Вот. В Юрском парке тоже неизвестно, что сегодня. Закончится событие, не закончится. Если нет, то, наверное, на аренку можно будет сходить. А если закончилось, ну что ж, заберем награды и все. Не знаю, может быть, Индоминуса поставим еще одного выводиться. Так, слушай-ка, у нас тут Алапекс. 75 уровень. Значит, получается, что, последний бой будет 85 уровня, что ли? Да ну. Если будет 85 уровень, естественно, там Зеку и Рахзару делать нечего. А вот втроем смогут ли они выиграть у меня? Я имею в виду Бакстер, Ванька и Супер Шреддер. Это вопрос огромный. Я почему-то сомневаюсь, что они там смогут разрулить. Ладно, посмотрим. Если будут хотя бы 80-е, то мы еще оставим их в команде. Единственное, что придется мне самому играть, чтобы их там нечаянно не разобрали. Рахзара, естественно, в провокацию лучше не ставить. Так. Пока все идет хорошо, вообще идеально. Смотри, разбирает нормалюк. Даже Зек, несмотря на то, что он ватненький, он все равно умудряется, ребят, бомбануть. Также сегодня хотелось бы, наверное, сыграть мне пару игр на iOS, да? А именно Мастера ловушек. Плюс меня попросили показать всех автоботов, всех ботов и трансформеров в игре Трансформер Тактическая Арена. Наверное, сегодня так и сделаем. Плюс кто-то написал: Рэй, поиграй. Пройди, ну, насчет пройти полностью я вряд ли смогу. Проедьте обжорку, игру. Ну, поиграть в ближайшее время, скорее всего, получится. Так что серия еще, наверное, будет. Так, Супер Шреддер психанул, не выдержал, вызвал шипы. Так, и на последней волне. Ну, тут понятно, тут Шинигами. Тыч.
знает, кого убить. Карайку, правильно. На тебе, постепенку еще повесил. Так, решила меня напугать, что ли? Своим они этим. Бесполезно. Тут вот похуже будет. Тыч, пробивной. И добивка. Все, ребят. И остается у нас последний поединок. Сейчас, кстати, посмотрим, какой там уровень. Ну-ка. А уровень здесь 85-й, ребята. Не знаю, попробуем. Будем сами играть. Втроем, ты представляешь, какое у них преимущество перед нами идет. Так, ну с этими разбираемся. Подожди, а 85-й это последний, а эти 80-го были, ё-моё. Опять я лопухнулся. Так, давай-ка, на тебе. У нас есть шреддер. Так что хил у нас тут есть, не волнуемся. Да что ты будешь делать, так долго разбирается, а? Первая волна пройдена. Пошли дальше. Опять стрела задой. Так, ну здесь, наверное, придется все-таки вот так сделать. Бамс. Так, вот это тоже вали. Переходим на третью. Что можем сделать? Давай так, наверное, маузеров. Так, тут, наверное, лучше Рафаэля бомбануть, потому что он сейчас начнет тут со своими контратаками. А Кейси не упал. Да, Бакстеру немножко досталось. Меткость понизили, да, значит? Так, ну что, погнали. Алапекс, ты достала уже. Вот она, ребята, вот она, слепота называется. Меткость понижена, не попасть не можем даже, а? Даже не можем попасть. Так, четвертая волна. Стоят уже здесь, поджидают. Давай начнем с кунаичи. Теперь пулеметная дробь. Фига, почему по шинигами-то не попали? Не понял. Так, она сейчас мышь? Нет, они. Почему под шинигами мы вообще не попали? Крайки, отвали. Окей, мы ее вальнули. Так, ну-ка. Раз удар. Ну, давай так сделаем. Есть. Так, последняя волна. Черепашки, естественно, со сплинтером. Вся команда в сборе. Не надо. Фу, я уже думал, сейчас этот сделает уклонение. Если бы он сделал уклонение, все, ребята, мы тут сейчас сдулись бы. Лео-то. Как же с ними тяжело вот в этом плане драться, ребят. Так, Майки должен надуплиться. Нате вам, есть. Все, ребята, даже втроем они справились. Даже втроем. Так, сколько сыра еще? 30 штук есть. Окей. Так. Осколки и последний. О, 50 все-таки мы успели урвать. Хотя, подожди. А, так тут вообще за пиццу. Тут за пиццу, прикинь, мы фармим. А сколько пиццы-то я не вижу у нас. Ладно. Все, она кончилась, пицца кончилась. А вот здесь вот уже за сыр. Так, радарные маяки. 40 жетонов. И Эйприл Кунаичи.
То есть мы здесь можем с тобой за пиццу, да? Здесь за сыр. Вообще классно. Ну что, друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!